У юных инспекторов движения каникул почти не бывает, по крайней мере, таких, как у остальных школьников. Они регулярно проводят акции по профилактике детского травматизма. Вот и на этот раз вышли на улицы Ангарска, чтобы лишний раз обратить внимание людей на важность соблюдения правил перехода перекрестков. Согласно статистике, почти каждое третье ДТП с пострадавшими – это наезд на пешехода. Часто граждане становятся виновниками аварий, когда стараются перейти улицу в неположенном месте или на красный свет. Кроме того, из почти 270 случаев, зафиксированных в Иркутской области с начала года, когда под колеса авто попадал человек, в 60 пострадавшими оказывались дети. Чтобы люди были внимательными на асфальте, у перекрестков юидовцы с помощью трафаретов наносили так называемые напоминалки. Как рассказала пятиклассница Кира Орлова, цель у этой акции одна. Чтобы дети и взрослые не шли на красный свет, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.